Цель проведения чемпионата – выявление лучших студентов системы среднего профессионального образования в области информационных и коммуникационных технологий. Наши студенты Андрей Колосов и Дарья Шубина выступали в двух компетенциях. Девушка стала четвертой, а вот Андрей завоевал серебряную медаль. Мы участвовали в компетенциях сетевое и системное администрирование и программные решения для бизнеса. Как оцениваете эти результаты? Результаты более чем положительные. То есть соревновались команды с разных техникумов, участвовали Череповец, Сокол, Тотьма, Вологда и мы, то есть 5 участников всего. И я считаю, что по Вологодской области второе место – это более чем достойный результат для нашего техникума. Непростые состязания дали возможность студентам и молодым специалистам усовершенствовать свои профессиональные умения в соответствии с мировыми стандартами в области промышленности, коммерции, сервиса и IT-технологий. У нас было задание распределено на 2 дня. В первой части мы настраивали сеть, во второй настраивали AD и веб-сервер. Ну, это было не так уж сложно, справился хорошо. Я и дальше планирую работать по своей специальности, она мне нравится. Самым сложным для Андрея оказалась настройка сетей, а Дарье для того, чтобы войти в тройку сильнейших, не хватило совсем чуть-чуть. Она учится по специальности программирования в компьютерных системах и к участию в конкурсе готовилась больше 2 месяцев. В школе я очень любила информатику с математикой, решила связать свою жизнь с программированием. Моя задача была спрограммировать программу для подачи заявления для абитуриента. Я должна была создать базу данных, запрограммировать, и чтобы это все было красиво и эффектно выглядело, чтобы абитуриенты могли свободно заполнить форму. Чемпионатское движение WorldSkills в нашей области способствует повышению престижа востребованности профессий, дает надежный ориентир на передовые технологии в подготовке молодых специалистов. Евгения Шемякина, Антон Карев, новости провинции.